Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами продолжаем тему беженцев в стране Германия. И как бы продолжение вот этих вот видеовыпусков об украинских беженцах я хотел бы несколько дополнить и сказать вам вот что. Коллега по работе, молодая, она живет неподалеку от города Ингольштадт, и там в старой части города есть очень много бутиков, дорогущих магазинов, и эта часть города называется Ингольштадт-Виллидж. Так вот, она была на выходных, на прошлых выходных, там, в этом районе, за покупками. Ну, естественно, она получает очень-очень хорошие деньги, поверьте мне. Так вот, когда я рассказал о том, что некоторые украинские беженцы мало того, что получают здесь пособие, заваливают специально экзамены по языковым курсам, чтобы получить дополнительные курсы и избежав таким образом обязанности идти на работу, вдруг внезапно уезжают отдыхать на моря в другие страны. Ну, слово за слово, я им рассказал, там, как вот, мало то, что я не спорю, человек, если приехал сюда, ну, не возбраняется, конечно же, поехать на море отдохнуть, это ладно. Но проблема в том, что вот эти вот люди, о которых я сейчас говорю, они живут в Германии уже больше года. Они нигде не работают, они 9 месяцев учились на языковых курсах. Один из них сдал экзамен на B1, второй экзамен завалил. В общем, тому, который завалил, дали повторное 3 месяца, а вот этому сказали: ну, дружище, теперь тебе нужно искать работу. Он, конечно, дико обиделся, весь в прострации, у него сразу вся улыбка с лица сползла, когда он об этом говорил. Он же рассказывал все в своих видеовыпусках у себя на канале. У него есть собственный канал, где он рассказывает о том, какие немцы добрые, глупые, остолопы, с которых можно сгребать бабло нещадно, главное, чтобы правильно это и с умом делать. И тут буквально я несколько дней назад увидел его видеовыпуск о том, как он с улыбкой, с наглой улыбкой на лице рассказывает о том, что благодаря тому, что Германия платит им пособие и они могут экономить, чтобы не платить за квартиру, они решили отдохнуть с женой и поехать на Средиземное море. Я, конечно, весь этот выпуск посмотрел. Мне было просто интересно посмотреть на вот эту вот наглость человеческую. Я посмотрел весь этот выпуск. Потом там я почитал несколько комментариев. Там было около 1000 комментариев, но 90% всего содержания этих комментариев сводилось к тому, что они живут здесь, в Германии, за налоги других людей, которые работают в поте лица. Пора бы уже начать самим себе искать работу и желательно показать, заснять видео, как они себе ищут работу и наконец-то начали работать. Потому что когда ты тунеядец, то от этой лени, естественно, хочется отдохнуть. Поэтому поехали на море. Так вот, почему я вот этим девушке это и рассказывал. Говорю, что представляешь, какая наглость. Ладно, ты собрался ехать на море. Ну езжай ты, господи, лети там на самолете или езжай там на поезде, на чем угодно. Но зачем же вот так вот специально, вот с такой вот как бы ухмылкой на лице показывать всем, что ты намного хитрее, чем немцы? Представляете, если вот это вот видео попадет его биратору в социале? Его же лишат пособия, 100%. Его лишат пособия. Ну да ладно. Так вот, когда я вот это рассказал, она мне рассказывает следующее. Я, говорит, вот была в субботу Ингольштадт-Виллидж. Я говорю, вы знаете, вы не поверите, я ходила, говорит, там она полька.
Она прекрасно понимает русский, она свободно говорит на немецком, она идеально понимает украинский язык. Говорит, там же Бутиков говорит немерено. Ты, говорит, идешь каждую копейку, считаешь, чтобы, говорит, сэкономить, чтобы нормальную шмотку купить, но чтобы не влететь на бабло. А вокруг меня, говорит, ходят, говорит, и на этой мове разговаривают. В руках огромные мешки с барахлом. Говорит, откуда у них деньги? Откуда деньги? Это просто, говорит, ужас, говорит. Это настолько, говорит, наглые. Говорит, мало того, что там, говорит, они, говорит, с этими мешками, так они еще, говорит, носы позадирали, говорит, и ходят там, говорит, как королевы все. Типа все обязаны перед ними кланяться. Ну, я и говорю, вы знаете, это проблема нашего правительства, которое принимает абсолютно всех, но не тех, кого надо принимать. В Украине осталось очень много людей, которые хотели бы выехать, да не могут. А сбежали те, кто ухитрился хапнуть денежек побольше и покинуть Украину. У нас на канале уже было видео о том, как одна украинская бухгалтерша с одной фирмы, занимавшейся поставками продовольствия для украинской армии, пыталась бежать за границу, везя в своем багажнике в машине 4,7 миллиона евро. Я показывал в этом видео фотографию налоговых инспекторов около этой машины. Я показывал прокрутку полностью всей статьи от издательства «Фокус онлайн». Многие поверили то, что я говорю правду, но нашлись люди, которые сказали, что все-то ты, хрюк рашистский, врешь. Это галимый фотошоп. Да ни один человек никогда не положит столько денег в багаж. А ты откуда знаешь? Положит человек столько денег в багажник или нет? Несколько лет назад же взяли на границе с Венгрией одну коммерсантку украинскую. Она, по-моему, все-таки она работала в банке. Сейчас я начинаю пропинать. По-моему, она работала в банке. И у нее в спортивной сумке в багажнике было 1,8 миллиона долларов. Все честно заработанное. Ни копейки не украдено. Это она работала, да? Так вот, когда мы разговаривали, я потом спросил своих вот этих коллег по работе, ну теперь-то вам, ребята, понятно, почему практически 90% населения страны хочет, чтобы в следующем году на выборах в Бундестаг первое место заняла партия «Альтернатива для Германии». Говорю, теперь вы понимаете, теперь вы не будете кричать о том, что как такое можно, да они такие, да они сякие. Я говорю, да, вот теперь мы понимаем. Теперь до нас доходит, что всем партиям без исключения в Германии абсолютно наплевать на свое население и абсолютно наплевать на то, что население очень тяжело работает по 40, по 45 лет, чтобы, выйдя на пенсию, получать, ну, не скажем, 800 евро. На сегодняшний момент это минимальная пенсия для тех, кто отработал такой срок на производстве от 1200 до 1500 евро. Люди работают практически всю жизнь. А тут какие-то мигранты, неважно, украинские беженцы, нелегальные мигранты из Сенегала, из Сомали, из Афганистана, откуда угодно – приехали, нигде не работают. По достижении пенсионного возраста будут получать и дальше свою вот эту вот, как называется, грундзихерунг, то есть по 500 или по 600 евро в месяц на каждого человека. И за них еще государство будет платить за квартиру. А пенсионеры, которые немцы, выходили на пенсию, они обязаны со своего кармана оплачивать квартиру. Где же справедливость в этом абсурдистане? Где же справедливость? И я бы не снимал это видео, если бы мне коллега по работе не рассказала о том, что она переживала, когда гуляла по старой части города, вот это в Ингольштадте, вот эта вот часть называется
Ингольштадт Виллидж, где я уже говорил, очень много бутиков, и не видела буквально на каждом шагу украинских беженок с мешками с фирменным тряпьем из этих бутиков, задранными носами вверх, накрашенных, расфуфыренных, как будто это не беженки, а проститутки какие-то на пересменке, скажем так. Ну, будем говорить об этом открыто. Будем говорить об этом открыто. Очень многие из них ведут себя на улицах здесь именно так. Если она заходит в магазин, все. Весь магазин обязан знать, что это дама из Украины. Вы не верите? Вот, пожалуйста. Я лично сам своими глазами видел. Зашли двое, муж и жена, украинцы, беженцы. Зашли они в магазин, идут через овощной и фруктовый отдел, она смотрит там яблоки, ну яблоки лежат такие большие, это по 8, по 10 сантиметров в диаметре, красные красивые яблоки. Она смотрит на эти яблоки, берет одно, бросает его обратно в этот ящик и на весь магазин, чтобы все слышали, она говорит на русском: это что, яблоки? Это мони яблоки, вот у нас киви яблоки. Он говорит: Таня, Таня, потише, ты что, Таня? Люди смотрят. Да, на тех людей, блядь, жрут всякое. Это разве яблоки, да? Я это своими глазами, своими ушами видел и слышал. Это не вранье, это так на самом деле и есть. То есть люди приехали сюда, им предоставили помощь, им предоставили убежище, предоставили крышу над головой. А они вот так вот плюют в лицо государству. Ладно, как говорят наши правители, плевать на свое население, главное, чтобы тем было все зашибись. Плевать на нас, да? Но страна, которая вас приняла, это же и мы тоже. Мы ведь работаем. Мы платим налоги, и из этих налогов вам платят пособия, вам оплачивают квартиры, а вы, оказывается, поухитрялись, кто на Макларене, кто на Мазерати, кто на Порш Каене сюда приехать, перепихав по карманам сотни тысяч долларов, так, на всякий случай, на черный день, авось социал не дадут. Да? Это так же получается. Но, понимаете, я ничего не имею против того, что беженцы или мигранты будут сейчас жара на улице, ездить на море отдыхать, там по две, по три недели. Никто этого не запрещает. Но снимать это на видео, выкладывать у себя на канале на YouTube, на всеобщее обозрение и нагло ухмыляться в камеру и говорить: вот какие мы умные, а эти пусть ослы фигачат. Мы вернемся, мы еще на курсы пойдем. Но работать? Нет. Наши деды не для того воевали, чтобы мы в Германии работали. Вот что они говорят. Не знаю, мне лично то, что я вот вам сейчас говорю, не доставляет никакого удовольствия, и просто есть слова, которые нужно высказать. Они будут лежать на тебе, как камень, давить будут тебя. И когда ты все это видишь, всю эту несправедливость вокруг тебя, все, что вот это вот происходит, вся эта мерзость, вся эта гадость, хочется с кем-то поделиться, отвести душу. Ну вот будем считать, что я с вами, друзья нашего канала, отвел душу, рассказав о таких неприятных вещах, событиях. Да, я знаю, сейчас найдутся опять те, кто скажет, что меня проплачивает ФСБ, если бы... Да я кремлевский бот, ох, блин, сколько ты мне получаешь, а? 130 тысяч баксов в месяц? Было бы неплохо. Да я расист, да я то, да я сё, а вы-то кто, обезьяны коридорные? Это конкретно к тем, кто уже готов писать такие мерзкие комментарии. Кто вы, приехавшие сюда в Европу,
бежавшие разными путями, левыми, правыми, урвавшие куски миллионы, сотни тысяч долларов, прячущие их до сих пор под матрасами и с протянутой рукой стоящие у социальной кассы. Дайте нам пособие, нам очень кусать хочется. Прекратили бы хотя бы вот так вот нагло высмеивать страну, которая вам протянула руку помощи. Едете вы на море отдыхать, там, на Мальдивы, там, на Средиземное море, на Гаити. Да хоть к черту на кулички. Но зачем же это снимать-то на видео и вот так вот ухмыляться в камеру, типа, вот какие немцы тупые. Они нам платят пособие, а мы на это пособие рассекаем на моря. Вы дорассекаетесь, вас ваша родина обратно принимать не захочет, когда отсюда начнут выгонять. Вот тогда мы над вами посмеемся. Мы, тупые немцы, посмеемся над ушлыми украинцами. Не забудьте о подписке на этот канал. Ну и, конечно, об излиянии своих эмоций. У нас в бане сегодня, на сегодняшний момент уже почти 150 человек. Пополняйте количество этих забаненных. Сведомых. Всем удачи. Пока.